тут вы уже проиграли, ничего не поделаешь. А мы? А чем займемся мы? А мы заделаем еще одну базу. Так, что у нас с кораблем? Корабль в порядке, Голиафы тоже. Модификация завершена. Отлично, они пока еще держатся. Готов к работе. Готов к работе. Так, что мы имеем здесь? Из трех полных отрядов осталось меньше половины. Чёрт побери. Так, шести голиафов также выжило только трое. Сохранило, так сказать, боеспособность. Так, окей. Давай, малыш. Нам нужна твоя помощь. Так, и еще трех голиафов. И еще один пак идет. Точка сбора будет вот здесь. Так, и еще сколько? Пятеро, то есть надо еще семерых. Двое есть. Можно даже вот так сделать. Четыре. 5, 6, 7, да, этого хватит. Сто приказов. Не могу так строить. Да я вижу, что не можешь. Так, что мы здесь имеем? Здесь мы имеем кучу лентяев, которые не добывают минералы. Какие координаты? Я поняла. Так, девочки, вы обоснуйтесь здесь. Вполне себе безопасное место. Так, ну что, салаги. Сейчас вам предстоит сражаться бок о бок с прожженными профи. Которые завалили ни одного и ни двух, а целых 9 зергов. Вот это ветеран. Так, ну давай, чини голиафы. Сейчас мы еще троих подгоним. И можно будет продолжать веселье. Нападение на базу. Что, на базу? А серьезное нападение, кстати? Судя по всему, не особо серьезное. Готов к работе. Система в норме. Я на связи. Ага. Да, сэр. Отлично. Все, возвращайся обратно. Понял. И построй-ка парочку турелей вот против таких вот безопасных тварей. Так, отлично. Вперед сейчас посылаем отряд из прожженных профи. Только что поступивших юнцов. А, кто меня атаковал? Понял. Я понял, кто меня атаковал. На этой карте реально огромное количество ресурсов. Это несомненно радует. Угу. Блять, никого там не убило? А, тут не показывается. Лоль, обидно. Система в норме. Дайте пострелять. Превосход. Система в норме. Подтверждаю. Так, ну забегайте. Засек цель. Подтверждаю. Засек цель. Вперед. Блин. Ну куда ты, блин? В самое пекло полезли. Глупые.
Вперед. Парни, вы совершенно неправильно расставили приоритеты. Где мы потеряли трех големов. Голиафов. Големы, Голиафы. Так. Иди сюда, только нет. Сначала иди вот сюда. Я знаю. Какие координаты? Там была. Кишка, если ты нарвешься на кишку, то вряд ли выживешь, малыш. Да, можно, в принципе, зачистить все дело. Так, зачищаем все, все, что только можно. Что там у нас? Как же эта кишка бесит. Резко, 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 давайте, давайте, уничтожаем его. Хорошо, молодцы. Да уж. Справиков здесь просто до дури. Так, ну иди сюда, малой. Чини. Так, а собственно все. Это был последний, нет, не последний, вот это последний. Да нет, это тоже, блин, не последний. Убейте его! Хорош. Так, ну собственно все, можно заканчивать игру. Так, Джим зашел. И ты тоже зашел. Ну вот и все. Триумфальный въезд на мотоцикле. Какого черта? Я тебе сейчас покажу, какого черта, вонючий конфедератский Джим, кусок. Я ему раз. Конфедерация считает свои последние дни, Дюк. Все ее колонии восстали. Зерки зверскую со страшной силой. Как ты думаешь, что будет с тобой, если мы сейчас улетим? Я предлагаю тебе выбор. Ты можешь вернуться в конфедерацию и проиграть. Или присоединиться к нам и спасти расу людей от уничтожения зерка. Мне кажется, выбор будет однозначным. Генерал? Дизайнер? Я предлагаю вам место в моем правительстве. Причем не просто в каком-то захолустье. Не испытывайте мое терпение, Эдмунд. Поздравляю вас с правильным выбором. Господи, что с озвучкой? Я не могу поверить в то, что вы доверились такая этой будет. Змеи. Не волнуйся, Джим. Теперь он будет нашей змеей.
Ну окей. Так, а если я не ошибаюсь, сейчас будет миссия с протосами. Да, просто развали. Блин, 42 юнита потеряно. Просто кошмар. Здание какое-то просрал. Даже не понял, какое. Ну да ладно. Козырная карта. Тайная область. Колония. Главный Антиго. Приветствую вас. Я знаю, что вы говорите о войсках конфедератов, но у меня для вас очень важная новость. Кажется, что диски с данными не содержат информации о разработках нового оружия. Лейтенант Керриган все объяснил. Все вы знаете, что конфедераты начали программу превращения наделенных физической силой людей в привидения. Программисты обнаружили, что зерги настраиваются на излучение, исходящее от привидений. Так эти зерги предназначены для вас? Дела идут лучше некуда. Заткнитесь. Конфедерация проводила множество исследований, связанных с зергами и привидениями. Нам удалось похитить очень важную информацию. Кусочек к разгадке мозаики. Разработки транспланарных псионических излучателей волн. Они излучают отпечаток нервной системы привидения с огромной мощностью. Эти волны могут передаваться по галактике. Конфедерация использовала эти пси-излучатели, чтобы заманивать зерги в изолированные зоны. Одна из ваших колоний... Мэткэп. Что вы сказали? Я сказал, что зерги — секретное оружие конфедерации. Я сказал, что вы все были подопытными кроликами конфедерации. Несколько лет назад уничтожил Кархал своим атомным оружием и установил свое полное господство. Они использовали зергов для подавления всех своих врагов. В этот раз все будет иначе. Кто может заподозрить, что чужие были созданы ими? Наоборот. Все будут считать их героями, которые пришли и освободили пространство от зерков. Пришло время конфедерации расплачиваться за свои... Я знаю только самое главное. Лейтенант Керриган собирается поместить излучатель на базу конфедерации. Командир, вы обеспечите ее сопровождение. По прибытии зергов они снимут блокаду, и мы сможем уйти. Нам пора идти. Хорошо, по-моему, это моя самая нелюбимая миссия. Вот именно, да. Я в этом не уверена, точно. Я просто считаю, что никто не заслуживает участи быть атакованными воинами зерга. Я знаю ваши личные отношения, но вы не заставите меня изменить решение. Выполняйте приказ, лейтенант. Есть, сэр. Жду приказа. Дайте пострелять. Превосходно. Я ждала тебя. Поняла. Лейтенант Керриган на связи. Ну что еще? Ох, ёшкин кот. С удовольствием. Валим, валим, пацаны, валим. Да. Недолгим было веселье. Чё-то я подзабыл даже, что... Тут так лихо нападают на мою базу. Я в этом не уверена, Арктурус. Я просто считаю, что никто не заслуживает участи быть атакованными воинами зерга. Я знаю ваши личные отношения, но вы не заставите меня изменить решение. Выполняйте приказ, лейтенант. Есть, сэр. Так, все. Всех у них не отстоять лабораторию на базу. Так, здесь, по-моему, могу гастов делать. А, ставь в покое лабораторию, поганец. Так, парни, накажите-ка его.